Здорово, народ! Основные свои мысли по поводу чемпионата мира по футболу я озвучил в своем прошлом видео, вот оно, и советую вам его посмотреть. Сейчас быстренько пройдусь вот по такому предположению. Давайте не будем наивными и вспомним, сколько раз Россию уличали в допинговых скандалах, то есть... Я спортом не интересуюсь, но все новости буквально кишили вот этой новостью о том, что Россия замешана в допинге, Россия в допинге. И если предположить такой вариант, что поскольку постольку чемпионат мира сейчас в нашей стране, то эти допинги не могут контролироваться, как мне кажется, какими-то сторонними организациями. И в данный момент наших футболистов всех накачают этими допингами. И они смогут просто фантастические результаты показать, мне так кажется. В принципе, кстати говоря, всех болельщиков футбола поздравляю с прекрасной победой 5-0. Это шикарная победа, это очень красиво для матча. Открытие для первого матча чемпионата мира в России – это просто великолепно. Но посмотрим, что будет дальше. Если верить тому, что не быть наивными и, зная всех наших спортсменов, зная то, как устроена система спорта в нашей стране, то вполне возможно, что именно на этот чемпионат ради высоких результатов вполне возможно наших футболистов накачают просто по полной этим допингам, будут бегать как угорелые. Я давал прогноз на то, что вполне возможно, что Россия войдет в плей-офф в своем прошлом видео, но сейчас мне прям кажется, что еще дальше она пойдет, не знаю, ничего не знаю, ничего не буду говорить, но... В принципе, давайте не будем наивными, давайте не будем верить в то, что все спортсмены России чистые и святые. Давайте вот не будем, давайте будем объективно рассуждать. Сами подумайте, как бы вы поступили на месте нашего правительства святого, наших честных... вождей и предводителей в спорте. Конечно, вы бы накачали своих подопечных по полной, чтобы они, просто, как знаете, как Путин сказал, еще раз повторю, чтобы они выстрелили. Вот так и они сделают, потому что, это правильно. По-другому просто не получается в нашей стране, понимаете? Поэтому вот на России крест не ставьте на этом чемпионате мира. Много всяких фактов, указывающих на то, что Россия может высоко подняться. Так что будем следить. Если это видео, было вам интересно, и, в принципе, есть над чем задуматься, то поставьте лайк, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем спасибо, пока!